Всем привет! Приехал на работу. Здесь у нас сегодня в работе был кузов КамАЗа. Одна его часть, дно. Здесь несколько бортов. Вот. В принципе, все вроде хорошо получилось. Сейчас отклеим, напечатаем еще два борта и борта наши для КамАЗа. Оба. Имитация досок. Так что смотрим, как это дело все получится. Вот такой вот промежуточный результат получается с нашим кузовом. Дно у меня пока только одно. Задний борт, передние, боковые борта. Вариант будет просто, значит, с кузовом, и будет с дугами, чтобы тент натягивать. Продолжается печать второго дна. Ну, она из двух секций состоит. И недостающие два борта с той стороны. Допечатывается дно и допечатываются недостающие элементы бортов. Значит, между делом собираю заказ. Вот. Борт допечатается и уедет клиенту. Себе придется еще один печатать. Придется подождать. Завершилась печать кузова. Все элементы. Боксы, рама. Все отпечаталось и напечатал еще лицевые стороны на диски. Диски от Урала, но поставим на КамАЗ. Надо немножко переделать. Предоставлю вашему вниманию кузов на КамАЗ. Файлы, детали только прям из-под принтера. Вот, без обработки. Сейчас с вами сразу посмотрим, что надо будет подточить, что поправить, и посмотрим, как это дело все собирается. Ну и на конечный результат, соответственно. Из чего вообще состоит, значит, этот кузов? Он состоит из бортов, задний, передний, из боковых бортов. Двойные борта соединяются они между собой вот такими элементами. Далее дно. Дно состоит из двух элементов. Далее рама. Рама также состоит из двух элементов, соединяются между собой вот так. Ну, сейчас я еще только снял с принтера, еще пока у меня вот так это будет дело собираться. Вот такой боксик еще под электронику. Ну, как говорится. И закрывушечка раз. Закрывушка два. И дуги для тента. Вот. Сейчас мы с вами начнем это дело собирать. И заодно посмотрим, что и как. Две части рамы. Смотрим, значит, что и как у нас здесь. В принципе, вот так это будет вставляться, и уже потом она через детальки уже, получается, по подвеске где-то будет прикручиваться. Вот это уже на раме, как говорится, будем смотреть уже отдельно, как ставится. Далее вот такая крышка. Немножко у меня ушли зазорчики на принтере, но в принципе все равно видно, что это имитация полов деревянных. Вот так вот этот боксик закрывается. И можно будет прикрутить, либо так защелкнуть. Дальше. Вот такой маленький бокс тоже будет. Он немножко будет закрываться, не защелкиваться, а просто вот так вот прикрывается. Отсюда провода пойдут
вовнутрь, в кузов, чтобы положить аккумулятор в боксик. Устанавливается бокс вот сюда. Аккуратненько. Вот. И вот такой заглушечкой мы закрываем. Можно прикрутить, если надо. Не надо, значит, не прикручиваем. Тут проводочки, тут ящичек под аккумулятор. Вот имитация досок. Соответственно, и здесь то же самое. Это у меня клей. Он осмывается, как я вам сказал, только из печати. Дальше. Вот она рама. Рама у нас с вами будет становиться. Вот, видите, боксик туда полностью вовнутрь входит. И рама садится на... И кузов садится прямо на раму. Хорошо. Вот они, пазы все, все места. Практически бокс закрылся. Не буду сейчас до конца его запихивать, надо будет немножко подрезать. Так, следующая платформа. Ставим сюда. Так, не садится у нас вот этот блок, потому что надо подточить чуть-чуть крышечку. Усадка съела несколько миллиметров у нас. Сейчас я этот бокс открою, потом мы его крышку с вами поставим. Во, так все садится идеально, а крышечку чуть-чуть где-то подточить надо будет. Пока что просто приложим ее. Все, пускай стоит. Так, вот на рама получается. Вот. Тут встает. Все копийненько. Тут все стоит. Профиль виден. Так, в сторону. И давайте соберем, значит, борта. Борта, в принципе, одинаковые. Вот они идут, левый, правый, грубо говоря. И соединяются вот таким вот элементом. Он будет по центру, дополняет, как положено в оригинале, рисунок. И здесь мы с вами скручиваем маленькими болтиками. Я уже тут приготовил несколько так, чтобы не полностью собрать, а немножечко скрепить его. Давайте. Маленькими болточками сейчас мы крутим. Можно, конечно, немножко пройтись сверлышком, но в принципе вроде и так нормально заходит. Кузов на шасси ВПЛ. Вот так получается одна сторона. Сейчас вторую соберем. В 16 масштабе кузов. Сложного ничего нет. Такой мини-конструктор. Так, ну и смотрим. Получается, так как они симметричные, можно что так его на правую сторону ставить, что на левую, без разницы. Просто будет разный ставиться борт. Если это вперед, значит сюда. Если это зад, значит сюда. Ну давайте соберем по ходу движения. Берем маленькие саморезики, болтики, у кого что есть, кому что нравится. Я, в принципе, сейчас наживлю. Полностью все болты закручивать, наверное, не буду. Просто показать вам, что он из себя представляет, как он собирается. Если собирать болтиками, я рекомендую, конечно, и ту деталь, в которую закручиваем, тоже просверлить тоненьким сверлышком, чтобы легче все собиралось и ровнее подходило. Вот задний борт, передний.
Так, подвигаем нашу раму с дном. И вот так вот аккуратно вот сюда в пазы опять же все встает. Вот она встала. Все у нас подошло, все ровненько. И сейчас мы с вами перевернем. И снизу прикрутим на саморезики. Так, прихвачу в нескольких местах, чтобы целостность была нашего с вами изделия. Вот, смотрите. Вот такой кузовок получается. Вот так внутри будет выглядеть. Ну и ящик сюда. Это уже будет отдельным элементом. Попозже я его еще тоже сделаю. И потом вам покажу еще. Вот дно, как снизу он выглядит. Рама. Все, вот отсюда мы еще его прикручиваем к раме. Но я не буду, в принципе. Давайте разберемся с дугами. Дуги у нас получается двух видов. Все у нас идут накладные, и одна идет внутренняя, центральная. Она у нас просто должна втыкаться. Аккуратненько вот щелк, и она воткнулась. В принципе, чуть-чуть покачивая, вот она встала. А остальные просто у нас накладные. Немножко, конечно, можно их подточить, чтобы полегче входили. Но, в принципе, и так заходят. Я думаю, что сейчас на винтиках будут держаться хорошо. Давайте притянем. Вот так вот потихонечку прикручиваем. Параллельно гудит у меня там новый заказ с кразом. Скоро на канале. Вот, смотрите, вот так это получается. И вторая сторона. Сейчас тоже так легонечко наживем. Крайние элементы, потому что центральные так на защелочку держатся. Ну что, вот такой вот кузов для КамАЗа у нас получился. Вот так вот. Вот такой вот кузоводчик. И самое главное, подскажите мне, интересно вам вот эти вот сборочки, которые я собираю, как они выглядят, какие комплектация вот этих всех элементов, из чего кабина, допустим, состоит, та или иная, кузов, ну, элементы. Если интересно, буду вам снимать почаще, так что пишите. Все, всем спасибо за просмотр, пока.